Хвала Христу, дорогие телеглядачи, дорогие братья и сестры. Это программа, телепрограмма «Радость Евангелия». И сегодня с вами буду я, ксёнц Марек Занёвский, викарий парафии Узвижения Крыжа Святого у Лиди. Сегодня у Костёля Католицкой мы переживаем пальмовую неделю. Благословленный король, який иде у имя Пана, спокой у небе и хвала на вышинях. Дорогие браты и сестры, не шмат засталося часу, як и нас отделяет от великодных святов. Литургия пальмовой недели запрошая нас сегодня разом с Христом распочать великий тыдень, який нас уводит у таємницу Его муки и смерти. Иисус жадает, каб мы духовным чином крочили за Им, не только с пальмами, але так само и с крыжем. Урочистый уваход у Иерусалим – это початок той миссии, якую Иисус распочал с любови, каб до конца выконать таємницу нашего збавлення. Дорогие браты и сестры, зверните увагу на атмосферу того триумфу и захопления, якая пануя у сегодняшнем урывку з Евангелия, где так пригожа ускликая на толп: «Гасанна, благословлены той, кто приходит у имя Пана, благословленное володарство Айца нашего Давида, якое надыходит, Гасанна на вышинях». Большасть на толпу лічит Иисуса пророком, чудотворцем, наставником, якимсь незвычайным человеком. Магчыма, некоторые люди были сведками многих чудов Иисуса, а некоторые нават непосредственно на себе спознали Его оздоровляльную моц. И больше за то, Иисус с захоплением слухал великий натоуп людей. Конечно, были и такие, особливо сярод юдеев, которые, мало что разумеючи, спрачались с Им, бо не ведали ни Писания, ни Его моцы. С чего можем сделать выснову, что не спознали ни Айца, ни Сына. И вот Он, Христос, дает им еще один знак относно себе. Он урочисто уходит в Иерусалим. Наставник с Назарета дает намек на свою королевскую и мессианскую годность, как народ, який с большего ведая Писание, пригадал слова пророка: «Вось король твой идти до тебе, лагодный, сидячи на ослице и на осляняти, сыне под Яремной». Однако не все было так просто и ясно. Повсюдное хвалявание, якое охопило на толп, не дозволило, каб у Иисусе люди могли убачить когось большего за пророка. Они бачили у им только того, кто может заспокоить их земные потребы, а глыбей зазернуть и спознать правду об Мессии яны не змогли. Так як калісті у часы Старого Заповету ізраїльський народ адмовіўся ад поўнага падпарадкавання свайго грамадства Богу і хацеў для сябе караля зямнога на кшталт такога, якія былі ў суседніх краінах, так і зараз адбылося штосьці падобнае. У гэты урачысты момент натоўп бачыць у Єзусі выключна гэтага зямнога караля, які не толькі можа іх накарміць хлебам і рыбай у досталь, але які мае магчымасць зрабіць Ізраіль магутнай і непераможнай дзяржавай. Яны бачаць у ім перадусім таго, хто мае моц ачысціць іх краіну ад уплываў Цэзара. У любым выпадку народ думал типово земными категориями, а махчима и наогул не думал, а только слепо керовался массовым инстинктом, у яким переважали только эмоции триумфу и захопления. И множество людей слало свое одение на дорозе, а иншие зразали галинки с древов и слали на дорозе. А на толпы, якія ішлі спераду і следам за ім, усклікалі «Хасанна, сыну Давіда». Умілаваныя ў Христе браты і сёстры, калі зірнуць на гэта чыста па-чалавечы, то шмат хто з нас
хотел бы опынуться на месте Иисуса в ту хвилину, але поглядите, что отбылося поздней. Об этом рассказывает апошнее читание, читание муки Пана. А вот чи у гэты момент хотели б мы оказаться на месте Иисуса? Куды зник той натоп, які некалькі дзён тому усхваляўся на Давіда, кладучы перад ім свае тунікі, плашчы і пальмовыя галінкі? Як жа хутка змянілася меркаванне гэтага народу і так радыкальна з каралеўскага трону на трон крыжа? Схвалітеляў і, скажам, сучаснай мовай фанатаў да абвінавальчыннікаў. Чаму народ змяніў вокліч Гасанна сына, сыну Давіда, на безлітасны крык у крыжой яго? Дарагія, як важна стаць у праўдзе, маючы свае асабістае меркаванне і незалежна ад абставін быць верным гэтаму свайму меркаванню. На гэта здольны толькі чалавек веры. А менавіта гэтаму і хоча нас навучыць сёння Хрыстус, каб мы, якія верым у яго, не цураліся хрысціянскага стылю жыцця, не сароміліся жыцця паводле спазнанай праўды Евангелля, але мужна і з адвагаю перамагалі гэты свет, які вельмі часта нагадвае той натоўп, які калісьці асудзіў Хрыста на смерць. Вялікі дзякуй усім за ўвагу. Хвала Хрысту!